Собирался месяца полтора и все же приехал посмотреть, на что потрачены почти 700 миллионов рублей. Сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер принял участие в торжественном открытии легкоатлетического манежа в районе Вересники. Новый спорткомплекс построен на деньги газовой компании и, по словам Алексея Миллера, новый манеж уникальный и единственный в России. Правда, настолько грандиозному спорткомплексу Алексей Миллер уделил совсем мало времени. Вся экскурсия длилась не больше 15 минут. Все подробности в материале. Построен легкоатлетический. Это первый этап кластера, который будет заложен на данной территории. Алексей Миллер и делегация правительства Кировской области опоздали на торжественное открытие почти на час. Возможно, именно поэтому глава «Газпрома» и решил не осматривать раздевалки, беговые дорожки, инвентарь и другое дорогое спортивное оборудование. Вместо экскурсии по манежу Алексей Миллер и компания приступили к открытию. Таких легкоатлетических манежей нет в России. Он уникальный. И самое главное, что он построен по самым высоким требованиям российского и международного легкоатлетического спорта. По словам Алексея Миллера, в новом манеже «Вересники» планируется проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. В них будут принимать участие и кировские спортсмены. К слову, таких собралось на открытии больше тысячи. После того, как Алексей Миллер опять же стремительно покинул здание нового легкоатлетического манежа, рассказал о больших планах на застройку района Вересники. Оказалось, уже есть договоренность между местным правительством и «Газпромом» на строительство там новых спортивных объектов. Договорились о том, что место легкоатлетического манежа станет ядром такого спортивного кластера. Обсудили спортивные объекты, которые могут в этом месте появиться. И в частности, там кроме бассейна может появиться и ледовый дворец, и открытый легкоатлетический стадион. Ну и понимание того, что это место может стать действительно местом притяжения городской жизни. Впрочем, никаких подробностей и дат Алексей Миллер не назвал, а у журналистов не нашлось возможности расспросить о конкретике. На пресс-подходе главе «Газпрома» запретили задавать вопросы. На сегодняшний день известно, что в Вересниках рядом с манежем появится новый бассейн. Его проект уже готов, а строительство планируется закончить к концу следующего года. Артем Миронов, Александр Марченко, информационный канал «Город».